К началу учебного года в школах Самары появились 4 новых спортобъекта. Мини-футбольные поля, зоны для воркаута и площадки для общей физподготовки. Реализовать проекты помогла областная программа по развитию физической культуры и спорта. Это здоровый образ жизни, это уже предпрофессиональная подготовка, все здесь можно реализовать. И я вдвойне рад, что на 4 площадки стало больше. Благодаря программе в текущем году еще 5 спортплощадок после ремонта и модернизации вернули в систему образования. Всего открыли 9 объектов. Строят и благоустраивают спортзоны как на средства областной программы, так и бюджетов других уровней. Идется финансирование городского бюджета в части подготовки площадки и в части ее потом благоустройства. Соответственно, и на себя муниципалитет берет обустройство этой площадки, ну скажем так, вокруг. Во время выездного совещания профильного комитета депутаты проверили состояние действующих школьных спортивных площадок и обсудили возможность установки новых объектов в следующем году. Одно из мест – школа номер 87 в Советском районе. Парламентарии отметили, что здесь есть возможность установить хоккейную калду, которую смогут использовать всесезонно. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.